как все изменилось. Модернизация, новые технологии. Но так же, как и прежде, разливается металл, плавят чугун. Металл по-прежнему нужен людям. Разрешите представиться. Зод Ильич Некрасов. Я горжусь тем, что мое отчество совпадает с именем комбината. Я Ильич, академик, теоретик и практик доменного производства. И я решил вернуться. Я докажу, наша сила не только в плавках.